В Республике Адыгея состоялся очередной конкурс на звание лучшего страхователя. Было много претендентов в этом конкурсе, но по Республике Адыгея выиграло 14 работодателей. 16 июня 2016 года состоялось в Малом зале Дома правительства Республики Адыгея состоялась торжественная церемония чествования победителей ежегодного всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию». В 2015 году ее провели руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея Владислав Федоров и управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Адыгея Аскар Бикулов. Значит, конкурс проводится 6-й раз. Его главная цель – повысить уровень социальной ответственности работодателей и их вовлечение в процесс увеличения будущей пенсии россиян. Основными критериями этого конкурса при определении победителя является своевременное и полное перечисление страховых взносов в пенсионный фонд, представление безошибочной отчетности и регистрация в системе обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников. Кроме того, работодатели не должны иметь жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства Российской Федерации. Значит, в конкурсе от Кашхабльского района участвовало два работодателя, это ООО «Южгаз Энерджи» в категории «Численность сотрудников у работодателей от 100 до 500 застрахованных лиц» и в категории «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников» Тхаркахова Джулета Султановна. Значит, они оба выиграли в этом конкурсе. Все они получили дипломы, подписанные председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антоном Дроздовым и управляющим отделения Аскарбием Куловым. Значит, следующее, что я хочу напомнить работодателям, это то, что у нас начинается прием отчетности по форме РСВ-1 и форма СЗВМ с 1 по 10 за июнь месяц. Просьба не задерживать с отчетностью.